Да, Нина, ты, конечно, меня, честно говоря, вот удивила. Такая девушка интересная, яркая, такая смелая. Слушай, ты же, наверное, творческая личность, да? Есть такое. Есть такое? Есть во мне, внутри оно есть, наверное. Хотелось бы тебя узнать поближе. Да, ну, узнать о тебе поближе, да, чтобы ты рассказала. Расскажи, пожалуйста, солнце, так, ну, ты, может быть, танцевала где-то, любишь танцы или петь? Я танцую дома перед зеркалом. Ты танцуешь дома? Ну, хочется, да? И петь, наверное, да? А где поешь, караоке? С подружкой, с которой заболела и не приехала. А то, наверное, просто потому, что она не любит кино смотреть, а вот она любит петь, наверное, с тобой в караоке, а ты сегодня в кинотеатр пригласила, вот она и отказалась, не пришла. Да, 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 так и было. А прикинь, как подружка обзавидуется, когда узнает, что ты так приехала без нее, она думала, что у тебя провал сегодня, а ты в клип попадешь, еще и петь начнешь, да, на запись тебя запишем до этого. Ох, она, наверное, с ума сойдет. Ну что, мы селфи. Ты потом, ну, селфи дашь. Она будет как тебе как фанатка. Вот видишь, фанаты подходят, вот просить селфи ко мне, да? И к тебе подружка твоя подойдет через, может, полгодика, там, ну, я не знаю. Пару клипов, пару интервью телевизионных, там, пару концертов. И она к тебе уже будет подходить, подружка селфи просить. Прикинь, анекдот, да? А всего ты не приехала кино с тобой посмотреть, да. И вот, жесть. То есть хочешь, короче, попробовать себя, да, в клипах, то и петь тоже? Да, очень хочу. Чтобы я тебя подучил петь, да, красиво, да. И записал. Да. Да, хочется попробовать, да.